Всем привет! Сейчас я расскажу вам, где я нахожусь. Это место называется Drop Box. Место, куда можно пожертвовать вещи, которые вы уже не носите, а также вашу обувь. Clothes and Shoes Donation Center. Работает все очень просто. Вот смотрите, я вот так вот опускаю такую вот ряду, кладу вещь, которую хочу пожертвовать. Раз. Все, она уже там внутри. В определенные дни приезжают сюда люди, которые забирают весь этот став, все эти вещи. И дальше они развозят их по центрам, где их дают людям, то есть как в центре помощи для бездомных, для малоимущих семей, для ветеранов и всевозможные прослойки населения, которые не защищены и нуждаются в помощи. То есть это очень удобно, вы можете как бы recycle your style, вещи, которые вам уже не нужны, они могут кому-то пригодиться.